Ко всероссийскому фестивалю «Выходи гулять» присоединились и жители железнодорожного района. Перед праздником двор обновили по программе формирования комфортной городской среды. Что для этого сделали сами самарцы и как можно благоустроить общественные территории, расскажет Антон Вашурин. Жители дома номер 65 на улице Пензенской с задором празднуют долгожданный приход весны. Зиму провожают танцами под зажигательный баян. Фестиваль «Выходи гулять» проводится в обновленном дворе. То, что было раньше с домом с нашим, и то, что сейчас, это две большие разницы. У нас некоторые люди с тех дальних домов ходят мимо нашего дома и говорят, что приятно пройти даже мимо вашего дома. Какая площадка? Все сделали. Но не только детская площадка появилась в этом дворе. В рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды в доме заменили двери подъездов и козырьки над ними. А также сделали лестницу и огородили детские спортивные сооружения забором. И все это благодаря активным и неравнодушным жителям. Многие из них живут в этом доме уже более 30 лет. Вот сама дата проживания в этом доме говорит о том, что мы все друг друга знаем. Дом у нас необыкновенный, дом особенный. Люди, проживающие в нем. И все дела, все, что у нас делается по дому, мы делаем сообща. Нарисовали проект, каким бы двор они хотели видеть. Определили зоны отдыха, зоны игровых площадок для детей, спортивную площадку, зоны, где будут расти цветы. Все это сделали они вместе. Конечно же, да, они все это отнесли в администрацию района и участвовали в конкурсе. Каждый самарец может последовать этому примеру и повлиять на облик родного города. Отдать свой голос за благоустройство конкретных парков, площадей и скверов можно будет 18 марта. В этот день пройдет прямое рейтинговое голосование. Антон Вашурин, Дмитрий Алатырцев, Новости губернии.